Как играть? Короче, прыгаешь и ультуешь. Ульта у него действует очень долго. Просто всех выбиваешь просто ультой. Все. Вот так вот и играем. Всем привет, это Бостон. Решили пофаниться с подписчиками в зеркальном хаосе и выполнить челлендж идти только мид. Условия очень простые. Идем все на мид. Линию можно зачищать от крипов, только если они дошли до Т3 вышки. Первая игра была 5 кормил против 5 акаев. И вот нарезка лучших моментов. Так, ульту на них, и сейчас мы их всех перебьем. Блин. Акаи оказались сильнее. О, нормально. Нормально, нормально, 4-3. Нормас. Все-все-все, мочим, на них ульта. Забавно. Блин. Все гомнит. Он там снизу Акай пушит. Ай-яй. Все, добиваем и пушим. Не-не-не, сверху не берем, только мид. Мочи его, пока ульты нету. Да ё-моё! Отлично. Да что же это такое, когда это закончится? Знаете. Надо переждать их ульту. Оба, на всех кинул ульту. Ребят, возвращайтесь к миду. Отстаньте. Давайте соберемся у башни, у центральной. Все вместе. Угу. Давай. Шик. Хорош. Черт. Угу.
Давай немного отступим, сейчас подойдем, опять соберемся, и надо их допушивать. Да че у них так быстро улеты откатываются? Все, пошли на мид. На мид все идем. Все, оставьте его. Да сколько у них какая-то ульта там? Да я не знаю, у них откатывается практически мгновенно. Может они мимолетку все собрали? Да нет, вроде бы. Угу. Но они решили по очереди использовать, видимо, ульту. Ага. Опа. Все, мочим. Черт. Базу сейчас пронесет. Я никогда не думал, что зеркальный хаос может быть таким плотным. Это жесть. Все, на мид. Мочим. Мочим, мочим, они под ультой. Да. Ульта откатилась. Давай, давай, давай. Ага. Блин, опять ульту врубил. Все, башня, 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 фокус. Да, блин. Ура. Понятно. Короче, надо этих крипов убивать, сейчас все остальные пропушатся. Блин, маны нет вообще. Все, отходим. Все, книжку собрал. Что это? Я не знаю. Сейчас это опять вот не. Он сейчас воскреснет. Да, это не остановить. Ну да. Сейчас у них ульта закончится, давайте подождем. Да, вижу. Ща. Раз. Попал ультой. Давай. Сейчас эту ульту заюзает. Его добьем. Да, в ульту не надо кидать. Все, давайте патрону. Патрон.
Хорош. Капец какой-то. А вторая игра 5 Хейбус против 5 Сесиленов. Вот что из этого получилось. Сейчас я иду, я иду. Не знаю. Если далеко враг, то он не подключается. То есть до цели должен быть близко. Блин. Ага, да он сзади как-то подошел, я не понял, откуда вообще. О, сейчас кто-то придет. Ай-яй-яй. Хорош! Хорош! Блин! Супер! О-о-о! Да, это что-то попроще, чем накормили против Акаев. Хорош. Все, подходим на мид. На мид все. Допушиваем. Хорош. Да почему? Странно, что ульта прекратилась. Да ладно, что так быстро? Вот такие получились игры. Надеюсь, тебе видео понравилось. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока.